очередной день. Сегодня я проснулась в половине шестого для того, чтобы успеть сделать йогу, привести себя в порядок, собрать кое-какие вещи. 8 часов у нас, хотела сказать, поезд, самолет, автобус. А так выглядит мой балкон. Видите, все цветы с того балкона перенесла на эту сторону. Приготовила специально воду. Здесь поставили воду со шкемом. Там, чтобы соседка поливала цветочки. Их обильно полила все. Вот такой вот у меня бардак. Во сне сегодня приснился сон. Отчего я так рано без будильника проснулась. Как будто ворона съела мою их. Птенцов. Ну-ка. Специально здесь освободили для того, чтобы соседка не залила их. Надеюсь, вы увидели все. Пошла я на коврик. Занималась йогой, еще перемыла полы, сегодня соседки оставляю ключи, придет там, посмотрит. Прямо впритык собралась, даже Ашкин чуть-чуть разозлился, что я его поздно разбудила, без 15:07, но успели, слава богу. Я так спокойно успею. Он там негативил, а я не поддавалась на негатив. Вы знаете, как это помогает? Какая я была раньше дурёха, что так реагировала остро на все. Остановку, друзья, вы смотрите, какие здесь интересные вещи. Я тогда здесь соль купила для ног. Соль купила для ног и один раз использовала, еще есть. Платьице в своем новом. Короче говоря, друзья, пошла я в туалет. Мы с Ашкемом Боре. Бор, приехали, сейчас идем покупки делать и потом к родителям. Идем мы по улицам Бора. Все так на меня смотрят. Конечно, тут русских нету. Ну, я спросила, я говорю, вообще здесь покупать, а мой муж говорит, почему они будут покупать, когда здесь нет моря? Здесь с ума сойдут, конечно. Капукили-де эскиде. Капукили-де, mm-hmm. Öyleydi bizde. Böyle.
Видите, как объясняет профессор Махачкалин. Ну, там. Ага, Алла Дымс. Обувь, такие магазинчики. Ну, в общем, мы идем, знаете, куда? Покушать. Решили мы покушать с мужем. Посмотрите, сейчас что принесут. И ждет нас автобус. Оказывается, автобус только раз за весь день едет. Поэтому вот посмотрите. Та-ра-та-та-та-та. Видите? Видите, как? Это все наше. Вы видите, друзья мои? Емемашка, вместе мира. Афетулсу. Друзья мои, и вот я переоделась. Одела свои шарвалы. Все, невестка приступила к работе. Сейчас мама на массе, да так они обрадовались папой. У них знаете, что было? Они устанавливали тот шкаф на кухне новый. И мы их так удивили, они так обрадовались. Покажу вам потом сад, какой красивый, все в цветах, обалдеть. Но они очень обрадовались. Вот такие вот дела, посмотрите. Посмотрите, какой красоте, сколько цветов. Друзья мои, турецкая невестка сидит, занимается своими делами, пока есть возможность. Как хорошо здесь, смотрите, в такой комнатке. Наверное, мы здесь будем спать. Так папа хорошо сделал. А вот этот вот коврик связала мама. И сейчас она этим занимается активно. Вяжет и вяжет. Молодец, да, так красиво, оригинально вышло. Тут они же сделали такое вот с такими большими окнами. У меня таких окон нету в этом Мерсине. Видите, как сижу, шаровары здесь очень удобно. Я поспала так классно. Тут есть и телевизор, здесь Ашка, здесь я. Все будет супер. Вот тут мы будем спать. А может, на одном диване ляжем, не знаю как. Очень хорошая комната. Вот. А сейчас я буду готовить, кушать. Что там, картошечку на ночь? Мы пиде сегодня же еще привезли домой. Пакет целый. Так что вот такой огород. Походила я по огороду, друзья мои, и сорвала помидорчики. Начали появляться сладкие. Ой, сколько цветочков, завтра с утра вам покажу. Потом маме попросила свекровь, чтобы она мне там коврик дала для йоги. Вот там вот, видите, у нас беседка есть красивая. Видите или нет? Под деревом. Ну вот там я буду заниматься с утра. Вот такие вот дела. В принципе, можно и здесь тоже заниматься. В принципе, можно и здесь заниматься. Посмотрите, какое место. Видите, сижу как королева. Мне так повезло в этот раз, потому что генеральную делать не надо. Заловка старшая только что вчера уехала. Так нам повезло. Так что все чистенько, только поддерживать надо. Я уже попылесосила. Тут мы когда приехали, они шкаф новый покупали на кухню. Мастера были, для них было, конечно, это очень большой сюрприз. Ну, вот как-то так, друзья мои. Самое главное, здесь есть интернет. Надеюсь, что хорошо загрузится видео для вас. Я приготовила чай уже 2 раза. Поспала, сейчас спит мой муж. Вот так день проходит. Мне так нравится пока. Посмотрим дальше. Пока тут все отдыхают, смотрите, какой я приготовила салат из семизоты. Йогурт домашний, хлебушек папа купил. Решили сегодня, знаете, мы же пиде поели. Смотрите, молодая картошечка отварила такую. И вот кюфте. Тут кюфте. Абла. Приготовила. И вот чай буду заваривать.
Так все чистенькое, так классно. Вот сегодня вот такой новый шкаф у них купили. Вот. Так сразу много места. Тут, помните, диван стоял? Вот как. Все чисто, все есть. Очень мне нравится. Все, папа там на улице что-то копошится. Но в этом году очень плохой урожай. Инжира почти нет. Вот только здесь инжир, говорю, изюма. Видите, виноградники там. Испортилось. Очень холодная зима была. Так что вот так вот все как-то. Все чистенькое. Хозяюшка я. Кайфую. Как мы хорошо сидим со Шкимом на улице. Посмотрите, сколько комаров. Вы видите? Возле света, да? Во. Вы видите? Ой, надо заходить нам вовнутрь, потому что они покусали. И еще я заметила лягушечки. Маленькие лягушечки. 3 штуки были. Куда делись? Куда делись лягушки? Вот где? А, вон, со стула. Вот видите? Как интересно! Вот они, лягушечки. В общем, мы сидим здесь, в этом красивом саду, который я вам завтра покажу. Кайфуем. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. А Шкима мы кайфуем. Тара-та-та-ра-ра, мои шарвалы. В общем, друзья мои, сейчас мне здесь хорошо. Когда есть интернет, есть чем развиваться, да. Очень хорошо. Вот это мне понравилось, что у нас есть отдельная комната с ним. Классно. Ашкем, бубизимо, да? Бубизим? Отель. Мини-отель. Мы в отеле. На гюзель Ашкем отель. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.